лед тронулся. Именно так можно назвать, можно сказать, ремонтных работ в доме по улице Гребнева, 43. Мы делали материал об этом строении на прошлой неделе. Отмостки здесь были просто пугающими, по домам зияли дыры. На прошлой неделе жильцы жаловали, что их дом к встрече зимой не готов, так как отмостки в разрушенном состоянии, а в сквозные дыры в стене спокойно проваливалась нога. По словам жильцов, долгожданные ремонтные работы начались в прошлый четверг, но до конца они не доведены, ремонтники не приходят уже 2 дня. Ну, вот они там, вот там, в круговую, но они сказали, что здесь будут все это делать. Ну, вот видите, вы посмотрите, вот. Вот им надо было, вот мне кажется, вот где они замазали. Так вот отсюда и надо было сразу начинать отмостку-то делать. По словам Алевтины Кирилловны, в дом она заехала в 1973 году. За это время у нее выросли дети, появились внуки, а вот капитального ремонта в доме не было ни разу. Сейчас жильцы горе-дома надеются, что все зияющие дыры ремонтники все же подлатают и доведут до финала работы по ремонту отмостков.